Всем доброе утро. Вчера вытаскивали моющий пылесос для химии, чтобы делать мягкую мебель. И вот мы попробовали. Сейчас я завтрак готовлю. Приготовила яичко. Смотрите, как оттирались все стулья. Ну не все, было только два. Где нос заложит с утра, это мои аллергии. И вот разница, вот какие они были. Когда мы покупали дом, вот эти стулья здесь шли вместе с домом. И они заляпанные. Вот мы оставили, чтобы доделать. А они эти вообще как-то идеальные. Так что, ребятки, кому нужна химчистка, обращайтесь. Сделала вчера фотографии до и после. Ну, вообще, небо и земля себя не показывают, что у меня сегодня вообще глаз опух. Ну, потому что я вчера начихалась, конечно, вот эта химия. Хоть и Андрей пшикал тут делал, но все равно я потом все вымывала. И сегодня припухший глаз, но мне сегодня еще ехать на уборку. Походу, это неизбежно. У меня аллергия, это вообще. В общем, такие дела. Мы снова в школе. Дети наши для учителей танцуют. А я очень запаренная, бежала. Все магазины объездил, чтобы найти мне Николаевне тюльпаны. И все такие уже завялые были, а эти вот хорошенькие такие взяли. И сейчас ждем. Ждем. Учителя, директор будут встречать всех учителей с тюльпанчиками, подготовились. Вот, а я тут стою за кулисами, как будто бы. Вот, наши дети ж танцуют просто. Мы даже без репетиции, они даже музыку не слышали, какую я им закачала на флешку. И Нина Николаевна передала эту музыку только вчера. Вот, видите, женщины пошли и поздравляют там. Все заходят потихонечку. Вот, хлопают, как приятно им. Решится холод зимний, всего седьмой лишь день весны, а уж цветами золотыми все наши улицы полны. С 8 марта поздравляем, наконец пришла весна. Звали коллектив «Дриада», руководитель Вавилова Ирина Александровна. Людмила Алексеевна, прошу вас. Дело в том, что вы наверняка знаете, не сегодня. Сегодня я буду говорить о том, буквально несколько, тут у меня без шпаргалки никак, несколько фамилий, которые нужно обязательно озвучить. Итак, результат регионального всероссийского фестиваля творческих открытий инициатив Леонардо. И у нас есть победитель, его подготовила Шумова Ирина Викторовна, аплодисменты. Ну давайте, да, чтобы мы... За эффективное взаимодействие при выполнении поставленных задач и в связи с празднованием Международного женского дня награждается Асаинова Галина Алексеевна. Ну,
Хамитуллина Марина. Alegría Macarena. Анастасия и Сашин Максим, ученики 6-го, 3 класса, с номером «Бальный танец». Ресторан спасения. Негатив удалили, позитив
на силе, только я не знаю, что мне делать. Как мне только пережить восток. Завтра будет королева, и не знать сегодняшнего я надела. Типанова Анастасия Олеговна. Пробки. Ну, это пробки, это шампанское, вина.